Здравствуйте. Краткий обзор зимнего костюма Граф. Модель 613 и 713 соответственно. Костюм польской фирмы Граф. Фирма специализируется на производстве одежды для охотников и рыболовов. Костюм предназначен для разнообразных зимних видов отдыха, будь то покатушки на снегоходе или же зимняя рыбалка. Костюм ориентирован на максимальное теплосбережение. Разработчики смогли этого достигнуть, применяя разнообразные высокотехнологичные материалы. Верх костюма выполнен из материала Bratex. В основе материала высокотехнологичная мембрана. Дышащая способность 8000 грамм на метр, равно как и паропропускаемость 8000 грамм на метр. Это позволяет интенсивно двигаться, и в то же время он выдерживает крепкие атмосферные осадки, даже хороший дождь. Высокотехнологичный утеплитель вкупе с мембраной позволяет активно отдыхать при температуре до минус 50 градусов. Благодаря профессионализму и большому опыту разработчиков, также большой команде тестеров, костюм получился продуманным в деталях. Очень много нюансов, которые сразу не увидишь, но в эксплуатации вы это оцените. Давайте о них посмотрим. Все места в костюме, которые потенциально могут истираться либо повреждаться, изначально уже усилены прорезиненным материалом. Причем материал прошит зигзагообразной строчкой, что не дает в случае зацепа разорваться полностью, оторвется лишь локальный участок. Использован этот же самый материал на коленках. Здесь точно та же самая зигзагообразная строчка. Здесь все продумано. Новый высокотехнологичный материал, опять же, не махрится. Очень высокая стойкость к истиранию. Особо ответственные участки покрыты кордуром. Элементарная деталь. В точке, где потенциально может быть прошоркан костюм во время бурения лунки этими вращательными движениями, изначально идет уже все покрыто этим же самым материалом резиновым. Костюм останется цел. Внутренняя часть костюма, где будет замок, покрыта теплым поларом. Уже не будет холодить. Изначально установлен ретривер. Это поможет держать мелочи под рукой, будь то кусачки, либо карцанги. Замок нагрудного кармана специально по пожеланиям рыболовов был выполнен закрывающимся вниз. Это помогает исключить случайное открытие его и, соответственно, потерю ценных снастей. Точно так же с левой стороны. Большой внутренний карман позволяет уложить туда фотоаппарат, телефон, ну или даже мормыш с мотылем. Нагрудный карман выполнен с полочкой. Исключает вероятность выпадения ценностей. Установлены три металлические люверса, позволяют крепить на них различные инструменты. Куртка изначально выполнена удлиненно, для того, чтобы когда человек сядет ловить рыбу свою, ему не продуло поясницу, он не заработал вот этого профзаболевания рыбака, радикулита, как минимум от этого не будет. Чтобы исключить циркуляцию воздуха снизу, когда рыбак сидит или двигается, установлена юбка. Когда ее застегиваешь, холодный воздух снизу уже не пройдет. Чтобы защитить поясницу, посадка брюк завышена. Любители зимнего отдыха оценят. Ширинка сделана удлиненной. Внутренняя часть рукава покрыта силиконом. Влага не будет подбираться дальше, если вы намочите руку. Чтобы перекрыть ток холодному воздуху, руку надежно покрывает поларовая манжета. Для того, чтобы одеть штаны поверх сапог, используется гермошов. Расстегиваем, получаем нейлоновый клин. Диаметр увеличивается, одеть можно поверх очень больших сапог. Соответственно, одеваем, застегиваем. И все это надежно фиксируется на липучку. Для удобства работы с костюмом на всех замках установлены хлястики. Можно расстегнуть, не снимая варежек. Теплый капюшон точно так же надежно фиксируется липучками и подгоняется по голове кулисами. В целом костюм идеально подходит под зимнюю рыбалку. Все наши клиенты довольны. Костюмчик я взял в активном отдыхе. Во, классно. Теплышко. Очень удобно. Много карманчиков. И здесь карманчики. Здесь карманчики. Очень удобно. И очень все удобно.
рукава не задираются, да? Да. Вообще. Самое главное тепло. Любой мороз. До минус 50 100% держится. Ну а движение не сковывает? Нет, он легкий. Легкий. Очень удобно. Вообще. Здесь еще подстежечка, застегивается можно. Когда сильно, чтобы не поддувало. Вообще, очень хорошо. Без такого костюма на рыбалке нефиг делать.